Добрый день, дорогие друзья! С вами ваша и наша любимая программа «На рыбалку с флагманом». Дорогие наши зрители, уважаемые любители рыбалки, сегодня мы хотим от всей души вас поздравить, а также нас поздравить с нашим маленьким, но очень значимым праздником. Сегодня 5-й юбилейный выпуск программы «На рыбалку с флагманом». Сегодня наши продюсеры решили тоже сделать нам подарок. Дело в том, что по итогам 4 прошедших выпусков между нами с Алексеем счет 2-2. 2-2, да. Поэтому сегодня каждый из нас может без жеребьевки выбрать себе орудие для рыбалки. Алексей? Я выбираю, выбрал фидер. Сегодня целую ночь не спал и думал над тем, что же выберу я, если предоставится такая возможность. И вспомнил запах прикормки на моих руках и это ощущение. Поэтому я, пожалуй, тоже выберу фидер. Отлично, тогда давай только выберем теперь сертификаты, на сколько же нам, на какую сумму отоварится в нашем любимом магазине «Флагман». Сертификаты находятся в этих конвертах. Напоминаю, сейчас у Алексея будет возможность вытащить один из них, и мы узнаем, какую сумму мы сможем сегодня обналичить в магазине. Ну, а так как у нас счет общий 2-2, значит, я буду выбирать, Макс, второй конверт. Пусть это будет правильный конверт на хорошую сумму. Итак, у нас сегодня... Ух ты! 5000 гривен! Друзья мои, такого еще не было. Это фантастика. Это приятная цифра, и как раз это в программе, а? Да, очень символично. Ну и место, считай, место. Итак, друзья, сегодня мы поедем в милое сердцу Осокорки, пляж, который называется Пески. Осокорки, Пески, 5000 гривен у каждого. Наступает самый приятный момент, тот момент, когда мы отправляемся в магазин для того, чтобы обналичивать сертификаты. Ну что, Алексей, сегодня вплавь или ты на машине? Как Нет, я сегодня на диване. В прямом смысле. Я узнал, что есть интернет-магазин «Флагман», и, в принципе, ехать туда, я думаю, особо не надо, Макс. Ну, зачем ехать, так, если мы можем все сейчас решить по телефону? Нормально. Шурик, вы комсомолец? Это не наш метод. А я, например, не хочу в интернете ничего заказывать, потому что один раз, допустим, я заказал себе пару ботинок, и прислали оба левых, и причем прислали не мне. Поэтому я лучше поеду напрямую. Ты, Макс, у нас просто неандерталец какой-то. Ну, уже время другое, 21 век, понимаешь, уже стремительно идет вперед. Поэтому я все-таки попробую все это сделать на диване, спокойно, в интернете. А ты хочешь, пожалуйста, едь завтра в 8:00 на месте рыбалки. Начнем нашу битву. А пока хочешь едь в магазин, я поеду в магазин, потому что я хочу своими руками все пощупать, потрогать, посмотреть. Завтра в 8 утра начинается наша битва. Пускай она все решит. В любом случае, удачи. Не хочу тебе этого желать, ну ладно, удачи. Всю жизнь мне испортил. Ну что ж, я наконец-то прибыл в магазин «Флагман» на улице Волынская. Это настоящий Ватикан рыболова, среди прочих учреждений, находящихся на этой улице. А здесь меня, конечно же, уже ждут эксперты «Флагмана». Существует всего два человека, именами которых мамы рыбы пугают непослушных мальков. Это Евгений Чертенков и Александр, с которым я сейчас познакомлюсь. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Максим. Надеюсь, вы мне сегодня поможете. Вы знаете, нас вообще-то должно было быть двое, но мой друг Алексей в последнее время испытывает какое-то непонятное пристрастие к интернет-магазинам. Думаю, что настоящего рыбака это может привести к тому, что скоро себе он купит надувной бассейн и пластмассовых рыбок. Ну, сегодня хочу все видеть воочию. Хочу, чтобы вы мне помогли подобрать нормальный набор для фидерной ловли. А я сегодня сюда пришел не с пустыми руками, принес с собой для того, чтобы обналичить сертификат на целых 5000 гривен. Такой суммы в нашей программе еще мы никогда не тратили, поэтому надеюсь, что сегодня вы меня чем-нибудь удивите. Однозначно. Вы пришли по адресу, и этой суммы более чем достаточно, чтобы собрать добротный, хороший набор пакетов. Отлично, тогда приступим. Чего начнем? У
Но думаю, первое, с чего нужно начать, это с экипировки. Сейчас уже не жарко, есть смысл позаботиться о себе. На водоеме, как правило, присутствует ветер. Рекомендую примерить вот эту вот новиночку, жилетка. Очень хорошая позиция, не только в холодное время года. Она вас обрадует своим теплом и комфортом. Она позволит удобно владеть снастью, что на данный момент очень важно в фидерной рыбалке. Хочу сказать, что жилетка, как на меня, шитая, она легкая, она мягкая, но при этом она плотная, то есть продувать меня не будет, и надеюсь, что я себе ничего не отморожу. Порекомендую еще набор такой вот, шапочка, шарфики и перчатка. Это незаменимо вам также будет на рыбалке, очень позиции мягкие, тепленькие, двухсторонний флисик, вы себя будете комфортно чувствовать на рыбалке, и не только. Отлично, вот такие вот вещи я люблю. Ну, сейчас мы можем приступить к подборке удилища и аксессуаров, которые Конечно. Будут необходимы вам. Да, и хочу напомнить, что ловим мы, можно сказать, в городском цикле. Это будут осокорки, это будет Днепр, это будет река и песчаный пляж. Пройдем к удилищам и подберем все необходимое. Хочу порекомендовать вам новое фидерное универсальное удилище Extra Heavy, 3,90 длина, 150 грамм тест, называется удилище Sensor. Удилище обладает средним строем, имеет в комплекте три вершинки, соответственно, под них тубус, ну и чехол для удилища. Это удилище будет вам незаменимо при ловле на быстрых реках, таких как Днепр, Десна, и при этом вы можете также посещать водоемы с карпом, использовать кормушки от 40 до 110 грамм. Превосходно. Знаете, это буквально поэзия. Мне воды и сети нынче не с руки. Мы с тобой два фидера у одной реки. Что дальше, Александр? Соответственно, к удилищу нужно подобрать катушку. Вот. Чтобы получился хороший ансамбль, есть смысл рассмотреть вариант также катушки Sensor. Это будет хороший комплект. Давайте смотреть. Вот эта катушка, о которой я вам говорил. Катушка Sensor имеет систему Baitrunner, что говорит о том, что вы можете рыбачить на водоемах, где присутствует карп. Вот. Катушка также снабжена низкопрофильной шпулей. Вот. Очень удобно при использовании шнуров. Вот. Ну, добротная, хорошая катушка с мягким ходом как раз подойдет к вашему удилищу. Отлично. Насколько я понял, с этой катушкой можно иметь дело с большими весами, а мне придется иметь дело с большими весами. Это когда завтра придет Леша. Ну что ж, перейдем дальше. Что у нас следующее? Ну, дальше мы уже должны подобрать, соответственно, для удилища подставки соответствующие, держатели. Для того, чтобы нам комфортно было рыбачить стульчик, какое-то либо кресло, коробочки для наживки, подсака, для того, чтобы мы могли принять крупную рыбу. Вот. Ну и садок. Дорогие друзья, я сейчас буквально не верю своему счастью. Повезло нам, все-таки повезло, что в сертификате были целых 5000 гривен. Поэтому набор действительно получается замечательный. Особенно меня порадовала новость про стульчик. Потому что если ты рыбак-фидерист, то всегда бывают проблемы со стулом. Ну что ж, пройдемте, Александр. Вот хороший шнур Avenger в диаметре 0,13. Он прекрасно подойдет для этой катушки, для вашего удилища, чтобы комфортно рыбачить и на течении, и на тихой воде. Хочется задать вопрос, не слишком ли он тонкий, если, например, попадется какой-нибудь крупняк? Все шнуры у нас протестированы. Шнур очень мощный, позволяет работать удилищу, как и полагается по тесту, до 150 грамм. Вот. Ну а касательно вываживания крупной рыбы, все это поможет катушка, передний фрикцион, тот же Baitrunner. Хочу акцентировать ваше внимание на кресло с подлокотниками. Оно очень комфортное. В нем вы удобно располагаетесь, вам удобно работать с удилищем, не надо вставать, бегать. Вот. Кресло выполнено в расцветочке камуфляж. Вместе с креслом идет чехольчик. То есть вот оно кресло. В таком чехле его можно и транспортировать, и хранить.
просто отлично. Друзья мои, это фантастика, это технологии будущего. Впервые в жизни я смогу кресло носить за плечами в чехле. К тому же, только с этим креслом, если на месте рыбалки нужно будет перебежать с места на место, можно сделать это, не вставая с кресла. Ну что, мы подошли к тому, что пора подобрать прикормку. У нас фидерная рыбалка, это говорит о том, что мы постоянно пользуемся кормушкой. Сейчас время года холодное, поэтому рекомендую также использовать прикормку для холодной воды. Это лещ, холодная вода, в темном цвете, мелкодепрессионная. Вот. Добротная прикормочка, проверенная, работает хорошо. Вот. Также прикормка «Холодная вода мотыль». Как видите, прикормка отличается цветом. Это связано с тем, что в прикормке большое количество сухого мотыля. Прекрасно собирает рыбку, как белую, так и хищника. К тому же хочу посоветовать из новой нашей линейки Gold прикормку лещ Super Brim Black, а также плотва. Эта прикормочка однозначно улучшит ваш улов. И есть смысл надеяться на подход крупной плотвы. Она прекрасно работает по плотве. На крупную рыбу я тоже очень-очень надеюсь. Арома улучшит вкус прикормки и позволит быстрее донести вкус и ароматику прикормки рыбы. Друзья мои, вот с такими штуками я уже сталкивался. И хочу сказать, что оно пахнет так, что в любом случае можно даже будет выпить самому. Но я вам этого не рекомендую. Мы подобрали добротный набор для ловли как на течении, так и на тихой воде. Со своей стороны я решил добавить кормушки различных типов для дальнего заброса, для того, чтобы быстро подымалась на бровке. Поводочный материал, фидергам, это все облегчит вываживание крупной рыбы. Вот. Крючковязатель, петлевязатель, коробка для аксессуаров, крючки, соответственно, держатели. Садок, о котором мы говорили, голову подсадки. Все это будет нам необходимо для успешной рыбалки. Я практически полностью готов. Осталось только добраться до водоема. Набор получился просто роскошный. Такого в нашей программе еще не было. И это даже дает мне каких-то сил и уверенности в себе. Ну, завтрашняя битва все покажет. Вам я говорю огромнейшее спасибо. И ждите меня с уловом. Ну а пока мой друг Максим, который абсолютно не желает пользоваться благами цивилизации и, находясь еще в своем неандертальском периоде, хочет словить йети на фидер и для этого идет своими ножками в магазин «Флагман», я проделаю всю закупку здесь, в комфортных условиях, просто зайдя на flagman.kyiv.ua. Осталось только набрать номер и поговорить. Интернет-магазин «Флагман». Юлия, я вас слушаю. Алло, добрый день. Меня зовут Алексей. Я ведущий программы «На рыбалку с флагманом». Смотрите, мне нужна ваша помощь. У меня есть сертификат на 5000 гривен. И я хотел бы, чтобы вы мне помогли сделать закупку. Набор фидера «Патриот». Отличный выбор. Да. К нему же новые прикормки уже готовые. Gold Ready Mix, ну, чтобы руки не пачкать.
Еще что, знаете, еще что бы мне хотелось, ну так как уже прохладно, вот есть набор шарфик, шапка и перчатки флисовые. Подскажите, пожалуйста, мне цвет и размер набора. Синего цвета. Потом жилетку, эльку. Ну и все, что еще необходимо для комфортной ловли, это кресло. Ну и что еще могут на сумму в 5000 гривен мне посоветовать эксперты «Флагман». Алексей, спасибо большое за заказ. Наши эксперты подберут вам все, что необходимо. Скажите, пожалуйста, куда будем доставлять? Пишите адрес. Доброе утро. Вы знаете, друзья, по-моему, по-настоящему фразу «Кто рано встает, тому Бог подает» понимают только жители столицы, потому что в 8 утра практически, буквально через полчаса, в 7 километрах отсюда, на Южном мосту, будет страшная пробка. Как автомобилист, я это прекрасно понимаю. А я нахожусь на пляже Пески, который находится в Осокорках. И здесь абсолютная гладь воды, абсолютная тишина, красота, красивое морозное утро. И я собираюсь сегодня отстоять почетный статус обладателя этой желтой майки лидера. В принципе, у меня все готово. Сразу хочу сказать о плюсах и минусах. Из плюсов это то, что в Осокорках наконец-то проложили хорошую дорогу, по которой сюда можно без проблем добраться. Самое главное знать, где повернуть. Из минусов сегодня сертификат на 5000 гривен. Занял мои руки вот этими нелегкими предметами, поэтому лучше всего добираться сюда на машине, если она у вас, конечно, есть. Ну а если нет, то от метро Осокорки сюда ходят автобусы каждые 15 минут. Итак, я на месте. Замечательный пляж Пески, который находится в Осокорках. Сразу хочется поговорить о некоторых вещах. Вещь первая. То, что я вспоминаю свой восторг, когда я вытащил этот сертификат на 5000 гривен. Весь восторг сразу отпадает, когда ты начинаешь идти вдоль этого пляжа со всем этим скарбом по песочку в сапогах. Но это не главное. Главное, что сегодня опять в нашей программе будет часто звучать слово, которое так ласкает мой слух с самого первого выпуска, это слово «фидер». Хочу всем напомнить, что хоть сегодня нам и повезло, сегодня пасмурно и прохладно, все равно, если вы будете рыбачить при помощи фидера, необходимо помнить, фидер – это профессия усидчивых людей, поэтому обязательно нужно подготовить себе место. Именно для этого сегодня специалисты «Флагмана» выделили мне профессиональный стульчик, который я сейчас и разберу. Сейчас почему-то я вспоминаю старинные дедушкины табуретки, которые мы еще делали на уроках трудов. Сегодня техника зашла настолько далеко, что для того, чтобы оборудовать себе место под рыбалку, нужно просто сделать одно движение, и у вас готовое кресло, практически императорское. Все, я занял себе этот кусок пляжа.
Здесь я собираюсь сегодня выигрывать, здесь я буду сегодня рыбачить. Поэтому пожелаю сам себе удачи. Кстати, неизвестно только одно. Где делся мой глубоко уважаемый оппонент? Вот, помнится мне, при прошлой встрече мы с ним не совсем хорошо расстались. Но все-таки по условиям нашей передачи 8 утра, начало рыбной ловли. Поэтому ждать никого не буду. Буду заниматься своими делами. Насколько я знаю, настоящие профессиональные завзятые рыболовы – это люди во многом суеверные. Среди них бытует суеверие, что вот этот садок забрасывать воду до первой рыбы нельзя. Лично я человек не суеверный, честно верю только в одно суеверие. Я считаю, что очень плохо, когда при тебе на твоих глазах черная кошка разбивает зеркало пустым ведром. Поэтому не буду заморачиваться и садок заброшу прямо сразу, чтобы потом не париться. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности экспертам торговой сети «Флагман» за то, что на предоставленном любезном мне сегодня ведре есть маркировка «Флагман». А если бы ее не было, то, наверное, в это морозное утро на этом пляже с этим ведром без маркировки я бы, наверное, выглядел как не совсем адекватный продавец кукурузы. Но так как маркировка есть, я предлагаю открыть ведро и посмотреть, что же сегодня мне насоветовали. Насоветовали мне сегодня очень много всего. Сразу попадается в руки вот эта вот прикормка для плотвы, но сегодня плотву я ловить не хочу. Сегодня, как ни странно бы это звучало, я хочу поймать леща. Поэтому будем замешивать эти чудные вещи. Прикормка лящ для холодной воды. Самый приятный факт — это то, что у меня сегодня целый пакет мотыля. Тоже хорошая прикормка. И, конечно же, для полноты этого коктейля у меня есть... вот такая вот прикормочка. Думаю, что она сегодня мне поможет. Ну и как положено у настоящих фидеристов, мы начинаем нашу самую любимую рубрику, которая называется «Крутой замес». Прямо сейчас в этом чудном ведре я смешаю все то, что мне сегодня порекомендовали специалисты «Флагмана». Думаю, что получится вкуснячий коктейль. Дополнительным бонусом является тот факт, что Алексей опаздывает, и это дает мне... дополнительные бонусы, преимущества в виде времени. Напоминаю, дорогие друзья, настоящий рыбак – это прежде всего человек воспитанный, поэтому не оставляйте мусор там, где вы рыбачите. Прелесть какая, а? Замечательная, шикарная, роскошная. Киевское утро. Немногим больше 8 часов утра. Я, конечно, знаю, что у нас старт нашей 5-часовой рыбалки ровно 8. И уверен, что мой друг Максим думает, что я опоздал. Нет, я все знаю. Просто мне нужно немногим меньше времени для ловли рыбы. Знаете почему? Да потому что мне замешивать ничего не надо. Не надо. Напоминаю, дорогие друзья, прежде чем выйти на воду для рыбалки, лучше всего позавтракать, потому что прикормки от «Флагмана» пахнут так, что голодный человек может забыть о том, что это прикормка для рыбы. Ну что ж, все смеси я уже всыпал в ведро, и остается вспомнить о том, что сегодня все-таки есть у меня надежда, помимо леща, добыть также и плотву, поэтому сегодня в эти смеси я добавляю вот это вот чудодейственное средство. Желтая тоска уже здесь. Меси, меси, давай. Обалдеть, друзья мои. Наконец-то прибыл он. Давай, меси, у тебя же время немного. Давай, меси, меси. Олдскульный фан. Лузер. Ну что ж, все ингредиенты в сборе. Остается добавить только немножечко воды, и можно смело начинать рыбалку. Помните старый, хороший, такой добрый детский фильм «Приключения электроников»? Там была замечательная песенка. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Вкалывают роботы, а не человек. Вы знаете, всегда приятно слышать, как
твой глубоко уважаемый сосед по пляжу говорит что-то о прогрессе, но хочу вам сказать, что это не прогресс дошел, это Леша сюда дошел. Слава богу, хоть дошел, потому что время-то давно пошло уже. Меси-меси. Я не просто мешу, я практически уже мессия, потому что замесил уже третье ведро прикормки. Ты максимум не мессия, ты максимум миксер. Ну, кстати, как говорил кто-то из древних мудрецов, три прикормки с магазина и днепровская вода, чтобы Леша, образина, проиграл мне, как всегда. Ну, не г***. Большой плюс цивилизации в том, что есть уже интернет. А в интернете есть интернет-магазин «Флагман». Все там заказал. И самое интересное, знаете что? Там есть «Флагман Gold Ready Mix». Прикормка, которую не надо вообще самому создавать и месить. Все уже готово. Пока там кто-то что-то месил, оно вот у меня уже здесь все есть. Собственно говоря, с этим я и буду сегодня работать. Ну, а вот эти прикормки... Ну, оставлю, что ли, про запас, а вдруг. Хотя все должно сработать как надо. И еще очень удобно то, что можно открыть. Вот так. Бэт. И все. Все открыто. Все открыто, все цивилизовано. И пока у моего друга Максима мерзнут, синеют руки, я спокойненько, как удав, беру, открываю прикормочки. Пахнут. Забрасываю. Забросочку. А запах, ребята, а запах вообще. И ручки-то, вот они, чистые, белые, теплые. И можно начинать рыбалку. А вот то вот пусть мерзнет. Ну что ж, забросы сделаны. Самое время наслаждаться природой, созерцать удилище и греться чаем. У кого, конечно, он есть. Но я не жадный, я не скотина, я поделюсь. Поделюсь с этой вот желтой плесенью. Максик, согреешься, нет? Я не ты. Я тебя все равно уважаю, друг мой. И по-человечески люблю, может быть. Вы знаете, друзья мои, среди всего этого умиротворения мне не дает покоя только один вопрос. Вопрос. Я вспоминаю, как похабно и вальяжно появлялся вот на этом пляже мой уважаемый оппонент, который меня напоил чайком. Дело в том, что он опоздал по той причине, что сегодня все снасти и все прочее, он просто взял и нагло, нахально, вероломно, я бы даже сказал, заказал в интернет-магазине «Флагман». Есть несколько аргументов против этого. Первый, самый важный аргумент, я не знал, что можно так сделать. Но, с другой стороны, сегодня, когда я замешивал прикормку, я понял одну простую философскую истину. Даже прикормка, даже для рыбы, даже в холодное морозное утро, прикормка должна быть согрета теплотой человеческих рук. Прикормка тоже хочет любви. Господи, что я несу? Где здесь буфет? Кстати, хороший тост. Вот, друзья мои, с почином. Не прошло и нескольких минут после первого заброса, как есть маленькая, ну, удаленькая трофейная штучка. Макс, поздравь меня. Дорогой Алексей, от всей души разреши поздравить тебя с этим дохлым карасем. Зависть. Посмотрите-ка, зависть. Она же еще никого не украшала, Макс.
Никого. Как утверждают некоторые историки, когда-то очень давно, во времена римского полководца Нолимоция, где-то на территории нынешнего города-курорта Саки, точнее, рядом с городом Саки, находился небольшой городок, который назывался Подсаки. В этом городке жили люди, которые поклонялись Фидеру. Именно они впервые, много лет тому назад, придумали цеплять авоську на длинную палку. Так появилось вот это нехитрое устройство, которое называется Подсака. Я очень надеюсь, что сегодня я обязательно воспользуюсь. Так вот, не сговариваясь, да, вы можете подумать, что у нас с Максом все одинаково. Причем покупали-то мы немного в разных магазинах «Флагман». Он в магазине, а я в интернет-магазине. Ну и жилетки, шапочки там, все. Но есть разница у нас сегодня с Максом. То, что у меня сегодня фидерный набор «Патриот». Именно «Патриот» продается только сейчас в магазине, интернет-магазине «Флагман». С ним, кстати, идет и оснастка уже готовая, но я решил своими ручками сделать тоже вот паттерн остров. Вот. А в остальном еще что разное. Разный, конечно, цвет наших маек. У него пока желтый, но зато у меня уже есть первая рыбка. Вот сейчас можно и меня смело поздравить с почином. Вы знаете, по ощущениям, хоть это и очень маленькая, но очень гордая рыбка. Счет открыт, он становится 1-1. Так, когда тянешь, сердце замерло в ожидании и думаешь, что там есть? Что там есть? А там что-то есть. А там хоть и мелочь пузатая, но она есть. Максик, 2-1, второй хвостик. Ну, нечего сказать, могу разве что добавить, что да, это мелочь, но, кстати, не пузатая, а довольно-таки тощая. Вот он, второй, быть может, победный хвостик. Красивый мой, хороший, большой, огромный. Опа. Спокойно, Макс, спокойно. Да, по-моему, все уже. Спокойно, Максимка, спокойно. Веди, веди, веди. Самое главное, чтобы он ничего не оттуда не вытащил. Давай, Макс, давай. Коряга. Коряга, Макс. Водоросль. Большая, вкусная, ламинарь. Самое интересное, что там действительно что-то большое, и, судя по всему, вкусное. Коряга. Коряга и ламинария. Ламинария с корягой. Дули там, дули, ничего там нет, там вода, там, да. Алексей, благоволите. Вот так вот, дорогие друзья, бороться и искать, найти и не сдаваться. Тем временем сейчас становится 2-2, Алексей, поздоровайся. 2-2. Вот эта вот замечательная рыба с немножко удивленным выражением лица уравняла на счет. Теперь на счет 2-2. Дали буды. Что-то есть, и что-то есть интересное. Если оно окажется и тяжеленькое, и хорошенькое, то желтая маечка вновь будет моя, а лузер останется лузером. Чего я ему и желаю. А здесь у нас что-то... Что-то идет, идет, ой, и идет интересное. Идет красивое, хорошее и довольно-таки неплохое. Ай-яй-яй. Лови. Ну я ее словил, вы видели? Фух! Мама, дорогая. Друзья мои, всегда приятно наблюдать, как твой коллега, он же соперник, становится из веселого седым. Хорошо, что я блондин, седых волос не видно, но я ее таки словил, друзья мои.
этот трофейчик мой, и победа моя однозначно. Ты понял, как надо? Ты видела? Ничего, мы с Витей еще себя покажем. Кто-то здесь красавчик. Фух, не, ну, адреналин все-таки в рыбалке играет определенно одну из главных ролей. Макс, а ты помнишь, что я тебе говорил еще в первой передаче? Одолжи денег? Не то. Не помнишь? Не, не помню. Знаешь, что тебе надо будет сделать с желтой майкой лидера? Ну, дай угадаю. Наверное, постирать, прогладить и прислать тебе, да? Машины представительского класса, ну, конечно. Он это помнит. Знаете, друзья, очень странно. Очень странно. Сегодня обходил весь этот пляж, не видел ни единой рельсы, но хамло явно трамвайное. Это говорит в Максиме не Максим, это говорит в нем его вакуум, вакуум лузера, вакуум человека, который знает, что уже проиграл мне, красавчику. Между прочим, вакуум — это была хорошая шведская группа. Только не говори, что ты что-то словил. Вот. Да-да-да. Да-да-да. Я уже, друг мой, даже готов тебе помочь. Я взял подсаку. Я готов порадоваться, что там что-то есть. Но там... О, боги! Там даже нету ламинарии! Алексей, возьмите данную подсаку и подложите себе под спину. Нет, это ее можно подкладывать тебе под язык вместо валидола, когда ты вытаскиваешь, а там нифига нет. Ничего-ничего, мы еще себя покажем. И все-таки я остаюсь лучшим. Хочу напомнить вам, друзья мои, что эгоист – это тот человек, который думает о себе вместо того, чтобы думать обо мне. Шо, Макс, опять? Угу. Друг мой, ну давай же, ну вытащи красоту какую-то. Давай, не останавливайся. Не останавливайся. Я готов. Я уже готов. Эх, солнце прямо в глаза. Что? Вот она, красавица. Опа. На праздник нам пришла. Ха-ха, Макс, поздравляю, красоту. Спасибо. Красоту спасибо. Все-таки взял. Ну что, знакомься и отправляю ее в сеть. В сети. Поздравляю, друг мой. Благодарю. Это красивая рыба. Отправляю ее в сетку. Вы знаете, друзья, все-таки что-то человеческое в Алексее есть. Всегда приятно, когда даже лютый и заклятый соперник, можно даже сказать вражина, все равно умеет от души порадоваться твоему успеху. Ну, конечно, хоть одну рыбку-то хорошую он должен был вытащить. Должен. Он это и сделал. Молодец. А мы продолжаем бой. Продолжаем бой. У нас еще есть целый, не побоюсь этого слова, час. Ну да. Макс, взял бы ты подсаку, мой друг? Уже трижды я брал подсаку. И оказалось ква-ква-ква-ква. Ну пожалуйста. Но мне так кажется, что все-таки что-то будет. Но сейчас, если я что-то увижу... Да давай не ленись, поднимай свой зад и помогай другу. Спасибо. Не за что. Спасибо, дорогой, это очередное достояние республики мое. Живодер. Мне, чтобы просто положить рыбу в подсаку, решил я сначала вывалить в песке. Потому что, Макс, спасибо тебе, что ты очень добрый, чуткий человечек. Вот она, красотулечка, очередная моя манюлечка. Все. И в сеточку уходит наша рыбешка. И побеждает, мне кажется, Алешка.
Ну что, каких-то 15 минут остается до финиша нашей сегодняшней рыбалки. 5 часов пролетели очень-очень быстро, очень стремительно. Не знаю, но как по мне, так точно. Что могу от себя констатировать? То, что интернет-магазин «Флагман» – это очень удобно. Ну, удобно, как ни крути, как ни верти. Удобно, это раз. Во-вторых, все, что сегодня я вытащил из Днепра, все было на новую прикормку, новую зимнюю прикормку. Это тоже большой плюс, потому что ничего с ней не надо делать. Она уже идет в готовом варианте, не надо замешивать руки, вот марать вот в этом всем деле, особенно когда уже на улице стоит, ну, совершенно не плюс 15, плюс 20. Ну и самое радостное, что мне так кажется, что я сегодня буду в желтой майке лидера. 5-я программа заканчивается, и 5-ка мне за рыбалочку. Опа! Друзья мои, вот только что я вам говорил, что до финиша осталось 15 минут. Точнее, уже осталось 10 минут. И вновь я молодец. И вновь я молодец. Ну, что ты мне скажешь, друг мой? Я хочу сказать, что даже несмотря на то, что твой перевес уже просто неоспорим, я все равно сегодня абсолютно даже не гневаюсь и даже, честно, не обижаюсь. Почему? Потому что я сегодня провел настолько замечательное утро и всего лишь половину дня, по ощущениям, как будто побывал на курорте. Но на самом-то деле мы находимся в Киеве. А это означает, что при большом желании рыбалка даже в городском цикле абсолютно возможна, она абсолютно реальна. К тому же нам сегодня повезло с погодой, такое впечатление, что весна вернулась как будто бы на один только денек. Поэтому в любом случае я остался не в накладе. Пускай мне придется снять себе желтую майку лидера, но все равно я счастлив, бодр, полон сил и готов к новым выпускам. Ну что ж, время вышло. С ноткой даже какой-то небольшой легкой грусти мы заканчиваем очередной выпуск программы «На рыбалку с флагманом». И хотя итог, по-моему, уже очевиден, все равно по правилам нашей программы мы должны устроить традиционное взвешивание для того, чтобы понять, насколько все-таки Алексей сегодня выиграл грамм. Приступим. Итак, момент истины. Мы взвешиваем улов Алексея. Давай. Я тебе помогу, да. Так, раз. И 780 грамм общий улов. Мне аплодисменты. Тебе большое спасибо. Пойдем, будем взвешивать твой улов. Отправляемся. Ну, рыбалка у нас спортивная, поэтому мы рыбу отпускаем. Спасибо вам, друзья мои. Вы помогли мне сегодня выиграть. Поэтому плывите, растите большими. И, быть может, вы вырастите до огромных, огромных рыбин. Быть может, когда-нибудь эта рыба все-таки отойдет от стресса, который сегодня пережила, и даже попадется кому-нибудь снова. А быть может, снова нам. Тогда мы поздороваемся уже с ней, как с доброй, хорошей подругой. Сегодня площадку для взвешивания с официальным визитом посетила большая плотва и сопровождающие ее лица. Давай, пересыпай свою плотву и сопровождающие лица тоже. Так, давай, раз. Давай. Вот она, красавица. Давай, два. Три. Сегодня, по-моему, с ребенком. Ну и, конечно же, как же без него. Итак, смотрим. Смотрим. 430 грамм. Что и следовало доказать, друзья мои. Даже не 430, а 440. Человек – царь природы. Так давайте же не будем забывать, что нужно быть таким царем, чтобы в твоем царстве было комфортно не только тебе. Напоминаю, в нашей программе мы рассказываем о спортивной рыбалке. Поэтому вот этих вот рыбок мы отпускаем назад в речку. Хорошо пошла. Великолепно. Вообще обалдеть. О, о, бывай, дружище, больше не попадайся.
Вот так. А на сегодня все. На рыбалку с флагманом не прощается с вами, а просто говорит вам до свидания. Напоминаю, друзья, если вы хотите увидеть нас на водоеме, который знаете вы, пишите на адрес электронной почты, которую вы видите перед собой на экранах. Но мы прощаемся с вами. До новых выпусков. Пока.